Экс-директору Первой Самарской гимназии продлили домашний арест до апреля и запретили гулять. Кировский районный суд отказал Любови Картамышевой в прогулках, о которых она просила. Женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, она получила 800 тысяч рублей от мамы двух девочек за зачисление их в учебное заведение. Картамышева и ее адвокаты утверждают, что деньги брала не для себя, а на нужды учреждения. В августе Картамышева была уволена из гимназии и сейчас находится на пенсии. Под домашним арестом она содержится с 1 ноября, а время с начала августа по ноябрь провела в СИЗО.